В январе 2022 года служба психологической помощи утешения Казанской епархии организует ряд мероприятий. Каждый понедельник с 18:00 психотерапевтическая группа «Евангельские встречи». Участие бесплатное. Вход свободный. Улица Московская, 39. Каждую субботу в 15:00 занятие православного психологического клуба «Виноград» на приходах города Казани. Участие бесплатное. Вход свободный. 8 января. Родители и дети. Привязанность. Тепло, сохраняющие отношения. Улица Сафиуллина, 7. 15 января. Когда православному человеку не надо к психологу, а когда необходимо. Улица Краснококшайская, 101. Возможные изменения и дополнения к расписанию. Следите за новостями на страницах службы психологической помощи «Утешение» ВКонтакте.